У депутатов Госдумы сегодня был необычно долгий рабочий день. Они закончили лишь в половине девятого вечера. Есть и другие изменения. Депутатам запретили голосовать за своих коллег. И теперь на охотном ряду необычно многолюдно. Большие очереди выстраиваются к лифтам, гардеробу. Ну, впрочем, эта проблема, по словам самих депутатов, несколько преувеличена. 450 человек – это действительно много, когда люди приходят и уходят. Хотя для того, чтобы подняться на второй этаж, мне лифт не нужен.